21 мая в администрации города прошло награждение победителей всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». В нем приняли участие школьники среднего и старшего звена. Цель проекта – сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Высоких наград удостоились участники муниципального и регионального этапов конкурса. Дипломы и грамоты ученикам всех общеобразовательных учреждений города вручили заместитель главы Десногорска Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Мы хотим сказать вам, Татьяна Владимировна, сегодня огромное спасибо, что вы этим интересуетесь, что вы сами про это знаете, про это помните. И я уверен, рассказываете и доносите об этом своим друзьям. Нужно продолжать интересоваться, помнить нашу победу. Первые места в муниципальном этапе заняли ученики 4-й школы – Олеся Филина, Олег Сидоров и Александра Нерослова. В работах финалистов проникновенная история о человеческих судьбах. Переживать нелегкие события жизни авторам приходилось вместе с героями своих сочинений. Оно у меня получилось достаточно трогательным и очень тяжелым, потому что это история моей семьи, поэтому, думаю, да, это было тяжело. Александра Нерослова также стала первой в региональном этапе конкурса, а в финале победила сразу в двух номинациях. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.